Сегодня на улице Магомеда Гаджиева рядом со зданием нашего телеканала произошло ДТП. Автомобиль ВАЗ-21012 создал помеху ехавшему по главной дороге «Приоре». В результате столкновения последняя врезалась в столб линии электропередач. Оба водителя не пострадали. Виновником ДТП, по предварительным данным, является водитель ВАЗа 12 модели. Стоит отметить, что ремонт обеих машин, по словам сотрудников ГИБДД, по стоимости окажется меньше, чем восстановительные работы столба, который пострадал в результате аварии.